Всем привет! У нас сегодня новый день. Вчера ночью был дождь, сегодня весь день погода пасмурная, дует ветерок. Вчера весь день мы были дома, не выходили, так как погода была тоже не гулябельная. Думал, что сегодня выйдем на улицу, подышим немножко воздухом. Но сделаем это немножко попозже. Нужно пойти, как всегда, оплатить за коммунальные услуги. Сходим с Данелли, это сделаем. Также сейчас в городе ведутся всякие ремонтные работы, в особенности в центре города. Поэтому Данелькин папа не приходит на обед домой. У него обычная езда с работы домой занимает минут 5, максимум 10, а тут он едет целых полчаса. И он решил пока не приезжать домой, где-нибудь ест с коллегами, ходит на обед. Поэтому у нас больше времени днем. Мы с Данелькой играем, отдыхаем, смотрим фильмы. А сегодня нужно будет сделать следующее. Вон тут Данелькина бабушка, когда приезжала, была здесь проездом, привезла рыбку с Салаколя. Лежала все это время она в морозилке, сейчас разморозилась, и нужно будет ее почистить и подготовить к ужину. Пожарим, как в тот раз, мне понравилась рыбка с жареной картошкой. Еще захотелось сегодня приготовить что-нибудь с мясом, либо мясной пирог, либо пельмешки, или чебуреки. Не знаю, сейчас подумаем, если Данелька мне даст это сделать. Почему-то она с вчерашнего дня не любит сидеть одна, видимо, скучает тоже по папе, привыкла, что он в обед приходит. Вчера на ужин у нас был бешбармак. Так как с тестом я дружу не очень, приготовили из такого готового теста жайма. Получилось вкусно. Бешбармак готовим мы, если честно, редко, хоть это и мое национальное блюдо. Почему-то здесь нет картошки. Мы обычно любим, чтобы в бешбармаке была картошка. Она самая вкусная, по-моему, это картошка, которая варится в этом бульоне. Кто еще из вас любит картошечку, которая сварилась вместе с бешбармаком? Моему счастью нет предела. Эта рыбка оказалась очищенной. Мне когда ее привезли, сказали, что нужно очистить самой. А я так не люблю это делать. Все вокруг в этой чешуе. По-моему, это сазан, да, если я не ошибаюсь? Кто знает, подскажите. У нас тут было ЧП, разбилось. Разбился этот шар, который мне подарил Макс, когда он еще не был мне мужем. Это было на Новый год, я помню. Он сказал, что уберет эти оставшиеся стекляшки и будем просто так заводить ее и играть. Все, мы наконец-то идем на улицу, сейчас захватим с собой мусор и хлебушек, который уже стал стареньким, я повешаю там. У Данёки такая любовь к животным, что она везде видит животных. Ой, дочь, где кошка? Убежала. Пока я вытащила камеру, котенок убежал. Эй, класс, мотор. Вот этот. Ходи, киса. Киса. Вот она, киса, дочь. Вот она, киса. Ладно, киса тебя боится. Ух, смотрите, какой ветер тут у нас. Ладно, пойдем сходим быстро, оплатим за воду. Если не замерзнем, то немножко погуляет Данелька на детской площадке. Мальчик, ты портишь мне картинку. Мы оплатили за воду и решили пойти в этот мини-парк. Ветер не шуточный, то солнце выходит, то снова ветер.
И вон там как раз фонтанчик включен. А вот эта вот надпись красиво светится ночью. Фонтанчик, про который я говорила. Смотрите, как классно. Шутка вон там. Когда мы в молодости еще встречались с Максом, мы здесь частенько гуляли, сидели, болтали, друзьями собирались, играли в крокодила. А это сооружение такое необычное. Назвали его жемчужина Каратала. Ох, какой ветер нешуточный. Тут, кстати, классные скамеечки на два человека для парочек. Ну, еще двинули. Смотрите, какие мы миленькие маленькие цветочки нашли. Кажется, это маки. Да, наверное, злится, когда я достаю камеру. Она хочет домой спать. Ну и уснула Данелька на обратном пути. Пришлось поднять ее на руки, потому что на этом велике неудобно в лежачем положении. Мне стало ее жалко. У нее скатывалась голова на бок. Зашла в магазин, нужна еще мука с хлебом. Купила муку, хлеб. Добежала до подъезда. Ветер ужасно противный ветер. Еле донесла до 5-го этажа ее. Положила ее на кровать. И что вы думаете? Конечно, она проснулась. Попыталась дальше ее забаюкать, но нет. Вот она играет. Ну, ладно, сейчас будем кушать. Потом попытаюсь что-нибудь пожарить. Скорее всего, это будут беляши и чебуреки. Пожарим чебуреки, попробуем впервые сделать чебуреки. Жареные пельмешки или как их там еще называть, чучвара. Вряд ли мне кое-кто даст налепить. Я тут подготавливаю картошечку на вечер. Ну как вечер? Вечер уже будет через 3 часа, через 2 часа. Рыбу разделала, посолила. Девочка тут сидит, мне помогает, выбрасывает картошку в мусорку. Доча, сумку зачем выбрасывать? Вся ситуация была взята под контроль. А нет, ну ладно. Картошечку, мы любим картошечку вот такими ломтиками. Конечно, когда нужно быстро пожарить картошку, то я уже вот так вот не сижу, не режу, а быстро-быстро, как обычно, кругляшочками или полукругляшочками. Данелька так и не спала, но сейчас она в прицельном состоянии, молча играет, копошится, что-то там делает, выкидывает, выбрасывает, достает. Так что сейчас она скоро пойдет спать, а я, наверное, буду жарить уже рыбку, и если успею, все остальное буду делать. Нашла тут самый простой традиционный рецепт. Тесто для чебуреков. Стакан, то есть нет, это на пиве. Стакан, так, 2 стакана муки, стакан кипятка, столовая ложка растительного масла и половина или 1 чайная ложка соли. Ну, давайте выберем этот рецепт. Эластичное, не липкое. Надеюсь, все правильно. Кто еще какими рецептами пользуется? Что вы добавляете еще в тесто для чебуреков? Расскажите, пожалуйста, поделитесь опытом. Рыбка жарится. Я буду приступать к фаршу для чебуреков. Вот только у меня фарша. Сейчас сюда добавлю измельченный лук. Лучше, наверное, через мясорубку, но я так нашинкую вручную. Немножечко добавлю воды, чтобы было сочнее. И буду раскатывать тесто. Чебуречки я хочу сделать небольшие, примерно вот такого вот размера, чтобы за один раз можно было съесть.
Вот оно, доброе утро. Очень доброе утро. Мои цветочки вернулись на родину. Теперь будем ждать, когда они зацветут. А на улице сегодня супер классная погода. Прохладная, но солнечная. Обед у нас готов. Так что мы с Данелькой идем на улицу. Конечно, после того, как помоем посуду. Ну вот и все, мы все убрали. На самом деле мы еще успели с Данелей пообедать. И идем сейчас на улицу. Набрала ей воды из кувшина. Все, мы пошли. Я несу ляльку, которая держит ляльку. Значит, это твоя ляля, да? Еще тут у нас в руках коляска. Пакет с мусором я уже не стала брать. Вечером вынесем. Зачем тебе велосипед закатывать? Так, ну-ка, нельзя кричать. Нельзя кричать. Нельзя кричать. Пришли на нашу соседскую площадку. Не стали мы далеко ходить. Кстати, на улице теплее, чем я думала. А я тут в толстовке с начесом. На солнышке тепло, в тенечке ветерок прохладно. Так что Данелька хорошо одета. Не холодно ей, не жарко. Вот эта вот качелька прикольная, но сидушки такие неудобные, непонятно, как сидеть ногами сюда или туда. И Данелия теперь везде с собой тащит колясочку и на качели, и на скамейки. Аккуратно, дочь. Ой. И на диван. Я же говорю, она всегда с собой тащит коляску. Забежали мы тут в Вайкики. Там хорошие скидки идут. В комплекте 2-3 бодика по цене одного. Боди-маечка, кстати, ей как раз нужна. И пижамка еще нужна. Пижамку, правда, не нашла. Если вечером уговорим Данелькиного папу, то сходим. Я же говорю, тут неудобно сидеть. То ли вот так нужно сидеть, то ли вот так, как Данёка. Погода сегодня прям идеальная. Не идеально, а идеальная такая. Мы ходили в гости к Пашке.